Начнем выпуск с трагедии на дороге. Авария с участием автомобиля ЗИЛ и Лады Гранте произошла в Буйнакском районе близ села Акайкала. Два человека в легковом авто погибли. Это водитель и пассажир. Они скончались по дороге в больницу. Находящийся за рулем ЗИЛ отделался царапинами и ссадинами. По предварительной информации, водитель Лады Гранте выехал на полосу встречного движения. В результате и произошло столкновение. После того, как людей вытащили из авто, машина загорелась.